Всем привет, народ! Привет с Эстонии! Сегодня тема у меня такая. Мне там почему-то пишут, как получить эстонскую визу. Ну, в принципе, как? Виза получается в визовом центре или там в консульстве, да, страны, куда вы едете. Я могу вам рассказать, ну, если для Украины, то это в Киеве есть эстонское консульство, это посольство. Вот, я вам сейчас расскажу, как получить визу в Эстонии. И сразу скажу, что это вообще Эстония такая странная страна. Ну как, население маленькое, и получить трудовую визу даже с наличием документов, это в принципе не так уже и просто. Вот. Почему я это все говорю? Потому что передо мной ездили получать визу ребята. Им дали визу на 320 дней, по-моему, дали им визу. Вот, потому что виза дается на основании разрешения на работу. То есть разрешение на работу было там до какого-то числа, они там высчитали, дали на 320 дней. В прошлом году ребята получали визу, им дали визу на 3 месяца. То есть не годовую, не полугодовую, как-то там 3 месяца у них получилось. Вот. Я поехал вместе еще с одним пареньком, значит, подал документы. То есть фирма дает набор документов, да, что они предоставляют вам жилье, что они обеспечивают вас работой, что они платят налоги. Короче, вот такие вот они документы предоставляют. И на основании этих документов, короче, ну, вы подаете на визу. Вот, у меня был весь набор этих документов, мне отказали в визе. Вот паренек со мной приехал, точно так же отказали в визе. Так что вообще непонятно, на каких основаниях вообще дают разрешение или нет. Причем отказ, ведь по закону они должны объяснить, почему они сделали отказ. Да? И мне выдали бумагу, где написано, что цель пребывания, короче, не соответствует цели, короче говоря, подачи. Ну, то есть, как-то бредово. Во-первых, я уже пребываю на территории Эстонии, это раз. Во-вторых, я предоставил полный пакет документов, что действительно я работаю, что действительно мне нужна виза под эту работу. И все равно мне не дали. Так что визу получить, короче, эстонскую, это целая проблема. Ну, вы же поймите, страна маленькая, население маленькое. Понимаете, если сейчас сюда не разрешат всем подряд заезжать, то есть, как бы, я тоже попадаю под все подряд, даже с тем, что у меня есть тут рабочее место. Вот. То, как бы, они очень переживают. Потому что в основном-то едет русскоговорящее население сюда. То есть люди не эстонцы. И, короче говоря, а они за то, чтобы в Эстонии жили только эстонцы, ну, в основном. Поэтому, вот, как говорят, идет какая-то команда сверху, и все. И просто эти все лимиты вырезаются и не дают никому ничего. Ну все, кому интересно, ставьте лайки. Все, всем пока.